Привет, меня зовут Эд, и сегодня я записываю для вас несколько видео на тему житейские хитрости и фишки для вашего дома. Как сделать быстро горячий компресс, если у вас нет горячей воды? Как это быстро сделать? То есть вы, например, наложили там какую-то аппликацию на какую-то часть тела, и вам надо ее быстро чем-то согреть. Что для этого подойдет? В очень сжатые сроки. Вам подойдет, в принципе, полотенце, неважно какое, простое или махровое. Лучше, конечно, махровое. Оно толще и, соответственно, оно больше будет по времени удерживать там, так сказать, тепло. Берем, мочим холодной водой наше полотенце, вот так его хорошо сжимаем, скручиваем и ложим его в микроволновку. Включаем на микроволны, включаем примерно сначала на минуту. Через полминуты просто открываем и пробуем полотенце. Реально оно должно быть горячее. Даже если вы хорошо его намочили, можете положить его в принципе в тарелочку. Можно даже его не отжимать, но положить его в тарелочку, и тогда оно будет качественно, без каких-либо проблем, нагреваться вместе с той водой, что там расположено. Потом вы можете его вытянуть, оно будет реально горячее, вы его отожмете и накладываете сверху на свою, например, аппликацию какую-нибудь, мою аппликацию от каких-то болезней, например, суставов. Вы раз и накладываете вот это горячее полотенце на какую-то часть тела. И тем самым буквально через 2 минуты вы можете уже создать там микроклимат. То есть этот способ хороший для того, чтобы быстро это все сделать. Конечно же, наблюдайте за тем. Если полотенце маленькое, может минуты будет много. Но если вы хорошо намочите и будет все лежать в тарелке, то ничего страшного не будет. Если вы, конечно, плохо намочили, а оно сухое, тогда надо контролировать, чтобы полотенце вдруг там не обуглилось, не загорелось. Но если оно хорошо пропитано водой, и вы его не супер отжали, тогда ничего не будет. Если минуты мало будет, потому что микроволновки есть и со слабыми микроволнами, то есть маломощные, ставьте дальше на 1,5 минутки и просто следите, чтобы добиться полотенца, чтобы оно было реально горячее. Все, вытягиваем и ставим себе на компресс, создаем микроклимат. Вот такой прекрасный рецепт. Я сегодня вам рассказал, как быстро, буквально за 2 минуты с холодной водой, наложить себе горячий компресс. Спасибо за внимание и следите за другими моими видео из серии «Житейские хитрости и фишки для вашего дома». Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому!